И здорово, девчонки и мальчишки, а также ваши родители. Сегодня мы будем играть в Game Boy Advance. И будем мы на нем сегодня играть в русскую версию Castlevania Ария Скорби. И начнем. Так. Играть. Как имя. Самое лучшее имя, что мы. Итак, у нас тут в чем развитие? 2035 год, Япония. Толпы зрителей собрались в ожидании первого полного солнечного затмения 21 века. Меня зовут Саман Круз. Я старший классник, учащийся в Японии по обмену. Я живу рядом с храмом Хакубу, древнее святилище, оставшееся своими местами Японии, мифология. Миф Хакубу, единственный дочь смотри священника, моя одна... Блин, куда спешишь? Мне... Черт, ни хрена не вижу, белый с белым не сочетается. Когда же, наконец, мы приступили враги в храм, я начал ча-ча-ча, черное солнце, спирамляне, хаос, тьмы, пробуждение. Опять, уберите ту луну, блин, ни хрена ж не видно. Да ёкарный бабай, все и быстро, и луна, зашибись. Не можно было сначала, как на лестнице, прё, полчаса показать. С титрами, объяснял. Сома Круз. Охренеть, блин. Что у него за воротник? Ох. Мина Хакуба. Смотри, он приходит в себя. Где я, чуваки? Сома Круз. Ого, что с нами произошло? Так ты решил присоединиться к нам? Как спалось? Что? Вы кто такой? Все в порядке, Сома. Его имя Гения Арикадо. А, подождите, если это студент по обмену, как было в заставке, или это не он, то он явно был не азиатом. Не азиатом. Допустим, церемонии, у меня есть вопросы и ответы, на них нужны немедленно. Я вас слушаю. Зачем вы пришли сюда? Зачем? Мы с Миной? Столько... Где это ты? Это мы? Мы в замке Дракулы. Зашибись. Что? Замок Дракулы? Хотите сказать, мы в Европе? Нет, мы внутри солнечного затмения. Охренеть, короче, на Луне. Внутри затмения? Луна? Это та хрень, которая мне помешала читать? Да вы с ума сошли? За кого вы меня держите? За кретина, конечно. Сома, послушай его. Он говорит правду. О чем, черт побери, вы говорите? Объясните мне. Ну, дело обстоит. Что нападение? Что? Нападение? А, это, блин, типа, восклицание. А, чувихи побили. Защищай девушку! Да ты чё, я не давался. Получай возвращение откуда... Возвращайся откуда ты вылез. Мегашеньки. Откуда у него меч? Это копье. Это... Что это было за тварь? Это Бэтмен был. Но ему уже лет 200, потому он в одни кости остались. Итак, пробуждение наступило. Ты отчаял. Дух твари, который ты только что убил, вошел в твое тело. Ёпараса. У тебя есть дар поглощать способности монстров, которых ты убиваешь? Да? Откуда? Почему? Откуда у меня этот дар? Откуда твой воротник, во-первых, Оля? Не жарко тебе его, чувак? Ну, видно, что этот по-летнему оделся. А у тебя, блин, воротник такой. Ты приобрел его, а теперь отправляйся в тронный зал. Для чего? Разве ты не желаешь вернуться в свой мир вместе с подругой? Так она вроде с канала. Конечно, я хочу вернуться домой. С
ступай в тронный зал, там ты все поймешь. Ё-моё, сколько же тут чтиво. Сразу видно, японцы штамповали. Не могу же я оставить минус здесь. Не беспокойся. О ней, все равно уже от нее толком мало. Я установлю защитный барьер. Но смерть, без сомнения, найдет всякого, кто останется здесь надолго. Тогда я... Да? Что ты? Ни хрена ты не можешь своим воротником. Только ты можешь спасти ее от мучительной гибели. А вы, что вы собираетесь делать? Я тоже... Тоже найдется важное дело в этих стенах. Отправляйся в путь на кону вашей жизни. Ну, ё-моё, мне уже надоело читать. Так, давайте проверим. Эта кнопка прыгает, это... Так, понятно. Это... Так, это что делает? Это ничего не делает. Это присест. Да, ё-моё. Так, это Майкл Джексон. Да? Так. Это карта. Души. Экипировка. Ладненько. Так, что это у нас? Продал замка. Зомби! Так. Так как это частично игра на прокачку, наверное, нам придется немножко задержаться на качке. Потому, кто хочет, может сразу... Повышение силы при отравлении. Ну да. А! Ах ты, зомби! О, что-то выпало. Интересно, на что нам деньги? Этот магазин был? Супермаркет! Так, я тут покачаюсь минут 5, покажу. Кому не интересно, рекомендую немножко промотать. Ничего. Почему-то эмулятор немножко лагает. Все как-то ноутбук стал очень плохо работает. Сзади подвергается зомби. Так. И теперь... Запрос локача начинается. Давай. Отстань противник. Да ё-моё, дайте полезное как-то. Ну, оружие какое-нибудь. Так, есть он путь наверх. Интересно, а как долго качаться надо? Так, жизни, души, способности, сила. Первый уровень. А, блин, золото 52, время 6. Уже 6 минут играем? Вау. Я думаю, что ж меня так напрягало читать то все. Магия, способности, предметы. Экипировка. Я хотел... Экипировка. Ясно. У меня еще хорошая штука. Иди, зомби, разрублю. Да что ж такое, а? Да ё-моё, столько же зомби порубил на колбасу. Ой.
Так, что тут у нас? О, меч-кладенец. Как ты через стены летаешь? Так нечестно. Так, экипировка. Меч-кладенец. Не-не-не-не, опять не эту кнопку нажал. Так. Да. Короткий меч. Вот это лучше. Ой, блин. Тим-тим, откройся. Так, подземный резервуар. Хорошо, что у нас тут такое? Ах ты, блин. Прям так поставили, что его, блин. О, амулет, кулон. Дополнительный кулон. Удача. Хорошо. Так, что это у нас добавляет? Защита 11. 13. Конечно, денег. Она дальше не будет. Не словила. Не поймаешь. Так, что-то мне не нравится. А я... Мясная вырезка. Так, прыгаем. А как утонуть? Что-то немножко я не понял. Так, это чисто так подстава, что ли? Блин, так он по воде быстрее передвигается, чем по земле. Зашибись. Обманул. Опа, не слышно нас. Дурная ты рыба. Да что ж такое? Уровень. Круто. Бэтмены улетели. Сразу три штуки. Это нет. Так. Мани, мани, мани. Это мне не сильно нравится. Там у зомби был какой-то подъемчик. О, вот это я понимаю. Черт, нельзя подняться, а что? Так, Бэтмены. Ой-ой-ой, что, смеется рыба? Обманули рыбу.
Бэтмены. Так, посмотрим, что тут за проход. Это что такое? Ух ты, сохранялся? Нет, да, да. Я сохранился? А, вот, сохранился. Надо было обжать. Круто. Сзади подбирается Бэтмен. Иди отсюда. Иди, иди. Иди, иди. Иди. А сейчас режу. Иди отсюда. Костлявый. Ой. Я эту хрень знаю. Его не убить. Это подстава. Ай! Как тут хреново его убивать, а? Так, мешочек, накидка. Что накидка делает? Давайте глянем. Экипировка. Кулон. Так, что мне кулон дает? Удача, да? Защита. Конечно, удача это хорошо, но... Предметы. Нет, мне пока жрать не надо. Способности. Черт, отстой, их нету. Есть такая сохранение, но есть еще другая сохранение. Зашибись. Так нечестно. Какого черта? Так не понял. А ну экипировка. Да, все на месте. То есть сохраняйся таким образом, то... Ты попадаешь. Ух ты, он супер легким оказался. Обычно такой хрен был очень крутым. О, бляха-муха. Ай. Отвали, кослявый. Ай, какого хрена? Хорошо. Ай. Ух ты! Скрипящий скелет. Поддерживает в бою мощный удар с размахом. Да. Я хочу больше этот череп, он хочет вылететь. Ну круто. Так, и чё это мы способность получили? Бляха-муха, опять ничего нету. Нет. Экипировка. Это ника, накидка. Не понимаю. Так. А. Эти кнопки тоже не пашут. Не понял. Латый скелет. Зашибись. Ну чё, круто, круто. И вот он такой тише. Так, карта замка. Посмотрим. Так. Чё?
Ого, мы где еще не были? Круто. Летучая мышь атакует ультразвуком. Так. А ну, хочу глянуть, что это за летучая мышь. Души. Крылатый скелет, летучая мышь. А, мне нравится. Это как щит, блин. Мне нравится. Так, уменьшает скорость падения, летучая доска падения увеличивает дальность прыжка. Майкл Джексон! А, класс, тут спецскорость. Хочу ли я сохраниться? Ну, не знаю, наверное, да. Майкл Джексон! Ага, теперь я понял, что мне нужна другая. Лови. Это твое? Я так и думал. Так, а теперь... Да, круто. Не понял прикол, что он на меня смотрит. Ай, бляха-муха. Отвали, противник. О, хрен он. Ой. Между прочим, ее убить можно. Да давайте. Она так просто убивается. Круто. Так, зеленая хрень еще не пополнилась полностью. Это, конечно, плохо. А, ты бляха-муха. Это что у нас? Зомби. Это нам не надо. Дальше доспех.
Так, а ну проверим. Да, вроде есть. Нет, не есть! Так, что за нафиг? Атакует ультразвуком. Летает копия. Это не то. Увеличит скорость падения, увеличит дальность пуска. Поддерживает в бою мощный удар с размахом. Нет, не прыгает он ни хрена дальше. Что такое, а? Каким боком его? А-а-а. Вот оно что такое. Мне его эту хрень надо выйти. Ясно. Yes. Ну круто. Теперь понятно. Что-то мне Чубака не нравится. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Смотри, как, а. Смотри, подпрыгнул. Оп. На. Я хочу тебя замолчить, а? Так как ты спасла? Ясно, на хрен ты пошел. А, это что за граната? Слушай, это же... Так, это... Ух ты, граната уничтожает, что это? Так, что у нас тут? Наверху я точно не было. Кожаные латы. Не-не-не, души мне не нужно. Экипировка. Так, 15, 13, кожаные латы. Да я не пойду к тебе. Уай! Да, как... Все. Но, ура. А почему не пополнился? Это... О, ясно, Атар. Черт, почему тормозить начинает?
Сейчас притормаживать начинает, это он жутко помешает. Так, ладненько. Начинает ловать. Тут я сохраню ТЗ, так как я играю на эмуляторе. Будем дальше проходить позже.